что ты цел. У меня накрыло, как птицу над горячей плантацией. А что это за место? О, ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь, ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, мне хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно, поняла. Ты устал, можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди. А то я снова тебя задержу. Но мне нравится быть куклой. Это просто плавай. Джейсон? Ты Джейсон, да? Алло, кто это? Чувак, я, наверное, ошибся. Мне нужен Джейсон. Он вообще... Здесь? Джейсон где-то рядом? Кто это? Герк, я. Джейсон меня не знает, но у меня есть работа, если ему интересно. Я перешлю координаты. Ты ему передай, окей? Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты, похоже, Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, ухой-то. А, это он. А он назвался... Ты психуешь. Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что хотел. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали.
Отвернулся! Что? Попался, гад! Отъёмся! Данные. Блять, да сколько же тут пиратов? Говорю, что в этом компьютере что-то есть.
Вот он. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Быстрей, говнюк! Это шутка? Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взор. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Отлично. Здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Бывай.